Вот это да. Это 426 будет, да? Угу. Тушка прохладная. Наверное, я еще что-то отдаму. В общем, друзья, хотели хоть на рыбалку, позавтракали. Пошел конкретный дождь. Пьем кофе повторно, пережидаем. Вот так виднее, да. Снимаем, друзья, на телефон. Качество не знаю, какое. Ты что, камеры не брал? Дождь, выплывали. Не на одной лодке. Жучика ловим. Я на другой. На маленькой. Так что как-то вот так. Друзья, я-то уже приплыл. Денис там еще плавает, рыбачит. Тоже доставляет, жалится. Я тут тоже еще, наверное, штук 12 доставил. То мало стояло. Так попался, я там без камеры ездил, так не снимал. Ну, щупачок, сколько он, не знаю. Там. Грамм 400. Фу-фу-фу-фу-фу. Дождик вроде кончился, так что-то подрастягивает. Ну, может и еще что-то натянуть. Что-то на берег вылазили. Ладно, сейчас. Фиг дождемся, да обед будет. Живчики клевали хорошо. Пока Денис тут плавает, скажу пару слов. Там в тетради-то много написано. Игорь много писал, знакомые писали. И еще одна запись есть, самая последняя. Получается, за 3 дня до нас, после записи, потом через 3 дня мы приехали. Пишут, что, ну, я с ними видался тут 3 года назад. Пишут красиво, благодарят за избу и так далее. Даже просят, кто сюда приедет, чтоб порядок оставляли. А сами, походу, ничего не оставили. Ну, сильного-то бардака не было. Просто есть небольшие нюансы. Про дрова, ладно, говорить не буду. Я в апреле был после... Я тут почти 2 поленницы было. После меня много кто ездил. В основном все знакомые, тоже, наверное, 1 пару полешек, 2 пару полешек, 3 полешки, еще и поленницы нет. Хотел сказать, что написано, воду надо сливать с умывальника, снимать и выливать, так оно полностью не вылится. В бане знаю, что мылись, с бани тоже надо с бочков воду выливать, осадок остается, а потом мыть надо. Тарелка лежала
немытая на полу в избе. В тарелке в нормальной, свечки стоят. Что, банок нету, что ли? Что в тарелку ставите? Так, понемножку, вот всякое такое вот. Ну, с матрасами, с постелью там нормально все. На столе так немного бардачок был. Я не знаю, смотрите вы мой канал, не смотрите, но навряд ли. Но вдруг попадете, увидите. Там Дима с Катей, по-моему, что ли, с женой. И с ними кореш Леша. Что он в тот раз был в говно. Что в этот раз приезжал он тут в говно. Он беспорядки, что ли, тут наводит. Так вы вообще зачем с ним ездите? Вдвоем-то ездите или там еще паренек есть? Так я говорю на камеру. Что-то кому-то рассказать. Я прибрался, ничего страшного. Не я, мы прибрались, ничего страшного. Бывает, приедешь в избах, в других еще и похуже бардаки. Даже вон что-то солнышко уже проглянулось. Обещали сегодня 23, что-то в Архангельске 23, в этом районе обещают 26. Время обед, я сейчас утром плавал в курточке, что-то не вспотел. Ладно, будем готовиться к обеду. В сей раз я не буду доски там пилить на фронтон. Там уже так-то нашел из чего. Там сосна такая сухая, давно валяется. Еще попробую. Косу подправить, да. Посрезать эту большую траву-то. Так хорошо тут. Место хорошее. Хорошо, Егорка он напилил. Бересту только раз этих положил. О, все разграбил. Это щучка маленькая. Да, да, это щучка маленькая. Видишь? Что это? Это щучка маленькая. Можно я? Она со мной не полностью. Да нет, давайте. Давай, папа, аккуратно. Что-то есть? Ну давай, вдруг она. Опять. Хоть бы не упала. Есть?
стоит, если. Это кто? Ух ты! Нифига он. Размотал. Да, блин. Как ты мог? Я не ушла. Очень. Давай я за колку держусь. Давай, ты не давай, давай. Или Егор, ты держись. Все, держись. Так. Держись. Ты держишься за кол? Я? Папа, нет. Держись за кол, Егор. Да? Он нормальный. О! Держись за кол. Сломал? Да. Снимает для себя на видео, на всякий случай, что это. Чайнику капец. Папара-папа. Надо будет чайничек. Чайничек вести надо, чайничек вести. Ладно, так у нас еще маленький есть, один еще для газа есть. Посмотрим, ладно. Долго так-то чайник прослужил. Дома, наверное, года два. Потом я сюда его увез. Здесь, наверное, лет. Не помню. Лет 6-7. А он Денис едет. Мы, друзья, только вчера с Денисом вспомнили, да, он в бане мыться-то пошел, а там в бане у меня лежит котелок-то дюралевый, который ребята Сашки принесли на 8 литров. На, говорит, тебе компот варить. А мы в этом варим. Тот еще нулячий лежит. Сейчас посмотрим, что у них там. Пять рыбы держи. Пять рыбы держи. Попала? Да. Три размотки на острове. Папа одну упустил сюда. А, пустил одну, да? Ну, он не пустил одну. А где-то ты на острове поймал? Да, это три размотки. Одну. Ну, я тоже маленькую.
папа одну плюнул, а во второй не плюнул. Тоже вам поймали? Человек. Да. Ну, Денис говорит, кило 300. Блин, одна сошла. Ну, вон маленький чебутёк. А, да, ну, да. И здесь вот, да, если отсюда, на второй. А. Куда давай? Да там, сильно. Там между ещё эти пистолы. Тут одноострые три, получается, размотки. Одна сошла, одна пустая, и вот одну взяли. Одно там, это, надо было сычок, с сычком бы не ушла. Я её только взял, она выскочила у меня. Такая же, блин. Вот 223 я снимаю. Кило 95. Кило 100. Никто. Ну, Олег был видно. Я и кишки еще выдрал, потому что там где-то из этого. А хорошо, что он это. Подтвержденных случаев заражения в России выросло за сутки на 17611. Скончались 450 пациентов, полностью вылечились 8629 человек. Самая сложная ситуация в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, в главных очагах эпидемии. В столице за сутки выявили 8305 новых случаев ковида, умер 81 человек. Вылечились 2945. В Подмосковье заболевших стало больше на 1638. Это максимум с начала пандемии. В Санкт-Петербурге впервые с 20 февраля выявили. Так-то они влажные еще. Хотя. Ну куда там? На солнце, на ветер. Нет, у меня это, как умею. Еще дополнение к тому видео, которое я, ну, когда Дениса ждал, тут говорил, про воду, что не умывает, ничего, ну, не сливает и так далее. Еще в это же время у нас у Володи висел фонарик над столом на аккумуляторах 18650. И куда-то, короче, он пропал. Если будете мало ли смотреть, этот видос может быть когда-нибудь. Надо бы вернуть. Главное, мне все так интересно. Написали, призывают всех к порядку, а сами дрова сожгли, бардак оставили, фонарик ушел, капец.
потом и сейчас надо вот все. Сколько у нас там в тени, блин? Двадцать пять. На солнце не знаю сколько. Но я, друзья, весь сдох, употел. Вот тут пятачок немного тут покосил. Жара невыносима. Еще вода вообще конкретно заедает. Час пик такой ихний. Ладно, еще мы чуть-чуть поработаем, да. Может, искупаюсь, а может, баня были есть. Денис хотел, невозможно, к озеру подошел там. Урой такие. А Денис там собирается щуку жарить. На манке не пробовали. Писали комментарии, много видел, кто ест. Жарим на манке за место муки. Ну все, друзья, тут большое поскашивал. Тут так тоже немножко. Там немного, там немного. Так большое позбивал. Все, это сломалось. Делать на сегодня ничего не буду. Все. А так, если бы эту траву сейчас не скосил, то потом бы она, не знаю, какая с мой рост была бы. Жирища жопа. Сейчас в баню воды наносил. Тоже прямо там ведрами ополоснуть.
эта трава пускай полежит, я эту траву большую я завтра уберу. А компотик вообще в такую погоду. А, благодать. Ну вот, смотрите, я что там хуярю, извините за выражение. Где сидит? А они тут рыбку. Ну как? А где же завтра он работает? С пирожкой. Вкусная рыбка это. Олег там плохо не рыба. Без косточки лучше. Короче, с манки Денис говорит. Четко получилось. А ты не спалит надо, да? Фу. Да, я сейчас перекурю и пошел обливаться. Потому что если искупаться, надо идти на плот, из плота опять обливаться. Когда выходишь, дно мутишь и все равно весь грязный. Что они, погнали они на вечернюю проверку. Они вправо поедут проверять. А я минут через 40 сюда влево и, наверное, к острову и обратно. Встретимся, может, у острова. Они захотят еще мелочевки положить, а мне не надо. Что, мы эти тогда не трогаем, да? Туда сразу, где... Я здесь останусь, все равно половлю живцов-то. Эти проверю и погнал туда. Ну что, поплыли и мы. Покатаемся, поплаваем. Сейчас вон туда он, уголочек. Ставим там живчиков, половим мы. Эту не взял. Ватники старые ложу сидеть. На этом, на поджопнике, на пенке, так это потеет заднее место. Ну, оно как бы немножко и повыше сидеть. Ну, в одного в ней плыть почти как на моторе.
тела кусков мелких половить. Клюет носорога крупная. Ну как крупная? Ну я такую не насаживаю на живца. Да, не будешь же такую на живца. Ну. Это не живец. Надо. Вон же. Такие, такие все. С утра бы они такие клювали. На ушку. На ушку. Как не рыба, так червяк. Как не рыба. Окуня так. Все, у меня один червяк утром хватило на 20 зубцов. Горка там кричит. Вот на такой глубине утром ловил окуней. Вообще у берега. Окунь не хочет клювать вечером. Можно и сорогу, только мелкую. Сижу с вами, разговариваю. Это кто-то оставлял такую удочку с таким поплывком. Я-то люблю гусиные. Не стал уж переделывать. Опа. Это окунь, может, сорога. Сижало, видно, сорога не клюнет. Ну вот опять здоровая. Ну не здоровая, как. Ну крупная на живца. И на всякий случай оставлю. Вдруг ничего не будет. Такую насадим. И посидеть, половить. Сорожку люблю на уху. Я в пакет кидаю, блин. Мучаюсь. У меня же есть ведро под рыбу. Вот бурак. Тряпочку не взял. Ладно, ладно. Слышали, Егора? О, ну там слышно хорошо. Вечерком там. Опа. Ну все, значит. Все, ладно. Ладно, дергаем. Надергаем сейчас на уху. Бульончика, чтобы завтра похлебать ушки.
Пауза пока, друзья. Сами видите, сорога вон клюет нормально.